Еще сниму короткую часть. Сейчас видео время есть пересматривать то, что я снимаю. Конечно же, не только я дочке не разрешу где-то продавать свои волосы, не только из-за того, что потом она будет покупать чужие, наращивать, что будет дорого и неправильно. Люди со слабой энергетикой, вообще такие еще не развитые вообще в магии, нельзя наращивать чужие волосы. И свои отдавать, это своя сила. Для женщины вообще, ну и для мужчины, это вообще как связь с космосом волосы. Говорю постоянно, то есть это здоровье, это сила, то есть получается ты свою ДНК кому-то отдашь. Это в принципе то же самое, как вот пересаживают органы и кровь сдают. Если кто умеет этим магией, конечно, пользоваться, то наращивание волос, ну вот, допустим, мне помогло вырастить волосы. То есть у меня была вот такая длина моих волос. Год назад я посмотрела, а сейчас уже у меня что-то похожее хотя бы на какую-то среднюю длину. И мне, потому что я уже не могла вообще просто. Ну, я наращивала детские волосы, но последний раз, когда я нарастила тоже детский волос, какой-то обесцвеченный, непонятно, может быть, и вообще подделкой не детский был, пару прядок у лица. Мне было некомфортно с ними, то есть я их сняла и после этого вообще не хотела, не захотела ничего сделать. Но я еще раз говорю, на донорских волосах, на детских, на этих здоровых, я просто подняла рост, я прямо его запустила, своих волос, и, в общем, сейчас буду лечить маслечком вот этим природным. Маски, возможно, буду делать, показывать тоже просто из кокосового масла. Не у всех же есть возможность такую дорогую косметику приобрести. Но знаете, что я вам хочу сказать? Приобретайте, как я вот в еде также. Я лучше скушаю мало, но не говна какого-то. Ну, для меня. Для кого-то, может, и мое питание будет говном. Для меня, может, чье-то питание будет говном. Каждый подбирает питание под себя. Самое главное, что хочу сказать, я лучше мало скушаю то, что для меня считается качественным, да, чем вот прямо кучу-кучу вообще дерьмища какого-то. Сейчас что-то, говорю, у меня творится с аппетитом. Вообще прекращаю что-то стряпать, что-то... Извиняюсь. Вот углеводистая пища, да. Вообще, наверное, убираю углеводы пока. Белок, наверное, пока нет, потому что отращиваю волосы, иначе они у меня будут опять в плачевном состоянии. Кстати, волосы тоже плохие были. Был коронавирус, и плюс у меня удален желчный, плюс питание белок ушел. В общем, но я потом не показывала, наверное, вам, кстати, покажу коллаген. Я почему его не сейчас покажу, потому что я хочу показать, как его вообще пить, разводить. Он очень такой ядреный, от него есть толк. Вот знаете, прямо приняв его 2-3 дня, у меня вообще перестали колени болеть. Я сейчас хожу на ЛФК, у нас там очень много упражнений на коленках. Причем, если я их на коленках делать не буду, то есть я вообще не смогу их делать. И как-то, в общем, надо мне либо, может быть, там как-то пояснить, и под нас всех подберут упражнения, хотя бы не на коленях, что-то бы, ну или мне какое-то индивидуальное упражнение, чтобы я не на коленях, да, растягивала определенные мышцы. И, ну, либо, я не знаю, менять специалиста. В общем, начала про волосы, закончила. Еще раз вернусь к волосам. Просто столько много тем, что мне захотелось. Сил столько появилось. Самое главное, еще раз говорю, даже свои волосы нельзя где-то оставлять. На них могут хоть что сделать. Не только на фотографию, но на волосы. Вы должны по ветру тоже раскидывать их нельзя. То есть, допустим, лучше вот в унитаз куда-то спустить или вообще собирать волосы свои. Как я делала раньше, наверное, сейчас тоже начну. Потому что ваши волосы не должно раскидывать по ветру. Тоже можете нацепить все что угодно на них, и будет бесконечно еще болеть голова. Так, кстати, что хочу сказать про природную опять эту косметику вернуться. Наверное, волос много выпало. Вот именно из-за того, что было все запутано. Надо немножко по-другому было сделать. А вот сегодня я уже расчесывалась, все мои волосы на месте. Все, всем удачи!